Божьи слова на каждый день. Бог выполняет свою работу от сотворения человечества. Вначале работа была весьма простой, но даже при этом она все же содержала проявление Божьей сущности и его характера. Хотя ныне Божья работа возвышена, и Он вкладывает огромный объем конкретной работы в каждого следующего за Ним человека и в большом объеме выражает свое слово. От начала и до сего дня Божья личность скрыта от человечества. Хотя Он дважды воплощался от времени библейских событий и до современных дней, кто когда-либо видел реальную личность Бога? Основываясь на вашем понимании, кто-нибудь видел реальную личность Бога? Нет, никто не видел истинную личность Бога, в том смысле, что никто никогда не видел истинную личность Бога. Это то, с чем согласны все. Иными словами, истинная личность Бога или Божьего Духа скрыта от всего человечества, включая Адама и Еву, которых Он сотворил, и включая праведного Иова, которого Он принял. Даже они не видели истинную личность Бога. Но почему Бог осознанно скрывает свою реальную личность? Кто-то говорит: «Бог боится испугать людей». Другие говорят: «Бог прячет свою истинную личность, потому что человек слишком мал, а Бог слишком велик. Людям не позволено видеть Его, иначе они умрут». Есть и такие, которые говорят: «Бог занят, ежедневно управляя своей работой, и у Него, возможно, нет времени являться, чтобы позволять людям видеть Его». Что бы вы ни думали, но у меня свой вывод. В чем же этот вывод? Он в том, что Бог даже не хочет, чтобы люди увидели Его истинную личность. Сокрытость от людей – это нечто такое, что Бог делает преднамеренно. Другими словами, Божье намерение заключается в том, чтобы люди не видели Его истинную личность. Это должно быть понятно всем к нынешнему времени. Если Бог никогда никому не показывал свою личность, то думаете ли вы, что Божья личность существует? Он существует. Несомненно, Он существует. Существование Божьей личности неоспоримо. Но должно ли человечество исследовать такие вопросы, как «насколько велика личность Бога» или «как Он выглядит»? Нет. Ответ отрицательный. Если Божья личность – это не та тема, которую мы должны исследовать, тогда к какому же вопросу нам следует обратиться? Божий характер. Божья работа. Прежде чем мы начнем беседу по официальной теме, давайте вернемся, однако, к тому, что мы только что обсуждали. Почему Бог никогда не открывал свою личность человечеству? Почему Бог намеренно скрывает свою личность от человечества? Есть только одна причина. И причина эта следующая. Хотя Бог тысячи лет работает в сотворенном человеке, нет ни единого человека, который знает Божью работу, Божий характер и Божью сущность. В Божьих глазах такие люди противостоят Ему, и Бог не желает показывать себя людям, которые враждебны к Нему. Это единственная причина, по которой Бог никогда не показывал человечеству свою личность и почему Он осознанно укрывает ее от людей. Теперь вы понимаете, почему важно знать характер Бога.